Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Не так давно я взялся и сделал, то есть не сделал, а обновил арсенал жерличек, так как те старые жерлицы, мне им уже было более 10 лет, они уже все рассохлись, они были из резиновых трубок, вот, сделал небольшой апгрейд. Хотел с вами поделиться, кому-то будет неинтересно, а для кого-то это будет новое, но может это видео даже будет полезным. Но тем не менее. Давайте я вот на примере любой из них возьму жерлицу. Вот, готовая жерлица. Давайте разберем, из чего и что и как я все это делал. В общем, для начала я купил трубку ПВХ. Трубка ПВХ на свое определенное количество, ну, сантиметров 10-15. Нарезал длиной, диаметр трубки около 25 миллиметров. Вот. Так, сейчас я размотаю. Диаметр трубки около 25 миллиметров. Значит, с одного конца трубки я сделал как? Просверлил сквозное отверстие. Вот, на камеру должно быть видно. Просверлил сквозное отверстие. Вдел шнурок, то есть шнурок берите с условием, учитывайте, чтобы можно сделать было петлю и повешать куда-то на ветку, зацепить. То есть вот делаешь петлю и все, она у тебя никуда не денется. Соответственно, за место лески я использовал капроновый шнур. Капроновый шнур сделал отверстие параллельно вот здесь вот, вот этих двух отверстий. Два отверстия идут вот так, насквозь. Одно отверстие идет через одну стенку. Через вторую не надо, вот через одну стенку. И все это дело я связал в один узел. То есть все, это цельная конструкция. Соответственно, для удобства обмотал красным скотчем, чтобы видно было поклевку на расстоянии. Чтобы, ну, к примеру, если стоит там около 15 жерлиц, чтобы каждый не подплывать. И если она сработает, то есть по ней видно, что она красного цвета, значит, сработка была. Соответственно, вот мы наматываем. Сейчас я вот вам покажу. Ну вот, условно, мы намотали. Условно. Издалека она вся черного цвета. Вся черного цвета. После того, как происходит поклевка, здесь у меня два паза. С одной и с другой стороны. Здесь у меня два паза. Сюда входит капроновая нить. Приходит поклевка, и все это дело разматывается и раскрывается красный маркер. Так, длина самой капронового шнура я сделал 6 метров. Так, давайте сейчас я замотаю, чтобы было удобней. Значит, длина капроновой нитки 6 метров. На конце, сейчас я вам покажу, значит, вот на конце здесь идет грузик, вот он как бусинка идет, внутри у него идет отверстие. Пропускаю нитку, здесь делаю 2 узла, чтобы грузик никуда не делся. Все. Потом, ну, добрых сантиметров 50 отступаем от грузика. Я привязал вертлюжок. К вертлюжку заводное кольцо. К заводному кольцу поводок. И к поводку, соответственно, двойник. То есть, в принципе, ну вот и все. Одна из причин, почему я заменил на эти новые жерлицы, те старые были резиновые, постоянно если ими занимаешься, руки черные, мажутся. Вот, и соответственно это вес. Вот, ну в принципе все, давайте еще раз пройдемся, что нам для этого понадобится. Трубка ПВХ, хозяйственный шнур, капроновая нить, груз, вертлюжок, заводное кольцо, поводок и двойник. Ну вот, в принципе, и все.
чем я хотел поделиться. Еще раз повторяюсь, может, для кого-то эта информация будет полезной, для кого-то не очень. Но тем не менее, я вот хотел, я поделился своим изобретением. Ну вот, в принципе, вот так вот она выглядит в сборе. Ну все, все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!